Московский звонарь Николай Завьялов на фестивале уже свой человек. Мастер колокольного звона настраивал колокола в Свияжске и уже в четвертый раз приезжает в Алексеевское. Я очень люблю этот фестиваль за то, что он теплый, в хорошем смысле провинциальный. Здешние места мне очень нравятся, и здешний народ такой вот открытый, настоящий русский. В звоннице храма Воскрешения Христова сегодня весь цвет звонарного братства России и Белоруссии. Приехали мастера из двух десятков городов, от Минска до Ижевска. У каждого своя неповторимая манера исполнения. Саратовец Михаил Соловьев искусство колокольного звона освоил за полгода. Мне ближе московская традиция. Московская традиция – это маленькие колокола и частый звон. Мне нравится активный звон и разнообразие, то есть не постоянное насыщение, а как будто игра и диалог небольших колоколов с большими. Это когда получается интересное. Соборная площадь Алексеевска сегодня собрала тысячи гостей. Послушать колокольные переливы приехали целыми семьями, многие в нарядных костюмах. Это такая радость божественная, посмотрите, даже мурашки по коже. То есть я очень люблю этот праздник, и каждый год его жду с нетерпением. Очень хорошо то, что благодаря таких мероприятиям молодом поколении воспитывают духовность. Это очень важно, мне кажется, сейчас, в наше время. Почувствовать вот те вибрации божественные, которые пробирают насквозь при звуках колокола. Впечатление тут очень классное. Вообще все нравится. Ярмарка шикарная. Вообще настроение у всех тоже замечательное. Глядя на это море людей, душа радуется, что колокольный звон собрал столько ценителей русской культуры. Всем гостям фестиваля приветствие и поздравления от Рустама Миниханова передал Александр Терентьев. Символично, что лейтмотивом проведения фестиваля являются непреходящие нравственные ценности. Духовные маяки России, вера, соборность, семья и Родина. Особое звучание это приобретает в наше непростое время. За 20 лет фестиваль колокольного звона уже стал визитной карточкой Алексеевского района. Татарстан – многонациональная республика, где мирно живут разные национальности, сосуществуют разные религии. И пример сегодняшнего праздника как раз один из тех ярчайших примеров хорошего, доброго нашего сожительства. Мелодиями и своим колокольным звоном на фестивале наполнена и ярмарка народных ремесел. На прилавках эксклюзив ручной работы из глины, фарфора, дерева и тканей. Двух одинаковых звучаний не бывает. Каждый, любые два колокольчика деревья, они звучат все по-разному. Алексеевские перезвоны передают эстафету еще одному фестивалю колокольного звона. Завтра звонари отправятся на остров Град Свияжск. Фестиваль звона Свияга начнется в 12 часов дня. Дмитрий Оригин, Игорь Романов, ТНВ, Алексеевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.